Рек. Рек это значит пошло. Рек. На середине. Так. У нас первая пара. Бутук. Влад Гурдужин. По три броска. Пожалуйста. Бросаете с той стороны сюда. А кто делает? Ну кто? Решите сами. Так, сейчас одну секунду. О, я вот эту она хорошо снимает. Сейчас одну секундочку. Туда, на середину. Так, а это подстрахует. Ну что, Влад Бурдужа. Три броска на цель. Какой сторону? В любую. Где пояс у тебя?
подождите, я в камеры поставлю. Надо же мне их чем-то наградить. Я хотел денежные премии дать 500 лей, но потом подумал, им не надо деньги. Готовы? Хаджина, 100 бросков. Количество бросков 100 бросков. Опа! Влад, ты его опор. Стоп, иди сядь туда. Пошел, пошел, пошел. Я 4. 5, 6.
вы проиграли, вам еще бросать. Не спорь с ними, потому что они хуже. Они хуже падают, они послабеют, поэтому они не могут у вас выиграть. Просто Артур, сейчас 70% всех людей от сосудосердечных заболеваний. Это когда человек очень сильно нервный. Должен быть победитель. Они хотят первыми. Китай. Первыми. Ты что, не знаешь, что у вас лучше всего? Направились, ушли теми. Так, где мой поезд? А, вот. Где мой поезд? Кто взял мой поезд? Правильно.
найти что-то такое, чтобы тебя приняли. Понимаешь? Например, пукать хорошо. Это же какой-то, это ж талант! Нет, просто я книжку сегодня читал. Вы не читаете? Я читал книжку. И вот царь там Николай II, вот, он пришел, да, один стал заикаться, падать. Он говорит, а почему? Он говорит, это он вас так испугался. А, ну меня раз испугался, пусть когда рядом со мной ходит, и чтобы не пугался, чтобы привык. Все, и стал богатым человеком. Зато, он говорит, когда царя видел, он умирал. А когда он видел других, те умирали. На недостатках можно играть. Но все равно не заработаешь. Он хороший пацан. Он хороший парень, он хороший парень. Вот если бы ты проводил тренировки, как он очень хорошо. Кстати, он очень хорошо помогает. На соревнованиях может помочь. Сделать вторую работу тренера. Вот он мне так несколько раз помог. Здесь я ему благодарен. То есть он по жизни лентяй. Я тоже лентяй. Но вот мне друг пришел и говорит, я говорю. Так, теперь я так иногда люблю поговорить. Лежал в больнице, это сидит, а я говорю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, может, я надоел. Он говорит, да нет, я уже, говорит, тут устал с этими лежать, никто слова сказать не может. Пол так, сервер. Так, что ты сидишь? Вставай. Андрюха, вставай. Вот это мешок. Вставай. Не могу. Не могу пока определение дать, извини, что назвал мешком, но пока начнешь тренироваться, то есть начнешь работать, все, я тебя уже люблю. Все, ты для меня самый хороший. Не работаешь, самый плохой. Так, теперь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, одиннадцать. Юрий Александрович, возьмите вот этих троих по 50 раз. Так, возьмите там ключ, Илью Александрович, возьмем. Так, вперед. Все остальные встали. Встали. Так, и... Исход, ты что, по... Вам реально было пару. Так. Возьмешь его пока, потом да. Я поменяю. Хорошо, идите туда. Я тебе еще раз пишу. Вот, я поставил там бросок. Делаешь бросок. Если что, останавливаюсь.
Будьте аккуратны, руки не выставляйте. Те, которые долго борются. Влад, Влад. Ага. Так, вы вдвоем идите ко мне. Thank you.
Я бы с удовольствием и тебе дал. И... Пожалуйста, выполни мне 60-ку. Все. Я только рад буду. Да. До свидания. Рисовать. Да? А еще кумайся, не стынка. А, рука по моей маме. Да. Что, Дени? Знаешь, кто толстый, да? Кто, да? Знаешь. Так зачем тренируешься ты что? Ты не хорошо, смотри, встали. Так, сейчас перед тем, как бросок через спину скалет. Рука снизу за шею, ноги шире. Не трогать нельзя, больной. Раз, развернуться и бросок через бедро. По три броска. Пошли. Бросок через бедро. Пошли. Сейчас бы я взял другую тебя. Вы бы взяли, приходили бы, не вы бы поставили. Так. Не за шею, идет под мышку.
Ну только так. Молодец, красавец. Еще убьешься. Делаешь, как делаешь. Рука под мышку идет. Или делаете два раза вправо, два раза влево, или делаете три раза в одну сторону. Кто делает в одну сторону, тот смешок. Раз,
маленький шаг, повернуться сюда. Пожалуйста. Без броска. 3-1 перед другой. Посмотри сводки, да? Прыгнул ножом сейчас, где? Парит вечером, ночью. Ну,
это нормально. Нормально. Друг у тебя пьет. Тоже поругались, он вышел и пошел. Все нормально. Но вы, борцы, предугадываете чуть-чуть ситуацию. Я, например, два раза в глаз получил, да, слов нет. Получил два раза в глаз. Но я драться не умею и не люблю. Но получил два раза в глаз. Тут слов нет. Один раз потом за мной бегали и просили извинения, потому что... А второй раз, говорит, ты меня боишься. Я говорю, боишься. Боишься. Я подошел, бум ударил. Я говорю, подожди, я лучше рассчитаю. То есть я не злой, мне нужно злить, когда надо взгляд, я тогда так и не могу ударить. Вот ты можешь ударить человека в лицо? Я? Да. Не знаю. Вот. Я не могу. Не знаю, как это можно ударить человека в лицо. Подбородок. Ну, подсрачки, да, и подбородок. Можно ударить и руку сломать свою же, и умею ее бить. Так, теперь посмотрите в глаз, становись. Значит, сюда, пожалуйста. Вот посмотрите, Влад без куртки, ой, без куртки, без захвата заходит на колени. Посмотрите, вот он делает движение. Раз, два, и отсюда чуть-чуть присел. Теперь смотрите, если вы сюда бросаете, то вот это плечо и колено чуть-чуть вперед. Если вы в эту сторону бросаете, то это колено чуть-чуть вперед. То есть это вперед, а это должна быть вот сюда как бы бить. Тогда я делаю кувырок. Еще раз, пожалуйста. Или захват. Смотрите, взял захват. Любой. И просто бери. Так. Не понял, нога. Нет. Значит, смотри. Поднял чуть-чуть ручку. Поднял. Делает маленький шаг. Маленький. Раз. Вторая нога. Садится на колено. Локоть сюда. Присел. Вот эта рука. Буду бить. Эта рука должна его здесь держать. Здесь держать. Где хотите, она должна держаться. Не держите, вы ее выставляете. Отсюда. Дальше. Для того, чтобы хорошо упасть, не должны быть здесь очень далеко, потому что на голову упадет. Не должны стоять прямо, потому что падаете головой. Что нужно сделать? Влад, встань еще раз, зайди. Посмотрите, вот Влад зашел. Раз, значит, надо как бы сесть ему на спину, вот сюда. То есть повыше, голову такой, вот. Все! Не надо хлопать. Меньше бы ты падал. Я так на тебя надеюсь. А ты друга себе завел. Двоих. Оставь его в покое, Леша. Чем я начинаю? Вот я и ставлю. Так два космонавта, блин. Один сырку там хоть боролся. Я тоже боролся. Еще раз посмотрите. Что? Тоже чуть-чуть ворвался. Чуть-чуть, 15 секунд. Давай. Посмотрите, вот он зашел. Раз, два, я сразу оп, голову наклонил и присел. Все, а дальше ложусь. Все. Тот, кто бросает. Еще раз. Зашли. Есть некоторые ребята, что делают? Падают вперед на руки. Он тогда перевернуться не может, бьется головой. Значит, нужно присесть, потянуть. И когда он начинает падать, встать. Присесть, потянуть и встать. Вот это делает кувырок. Значит так. Андрей начинает делать. Ты начинаешь делать. Кто? А, Саша не был в пятницу. Он придумал причину. Так. Шендри начинает делать. Саша, смотри, он может тебя убить. Миша начинает делать. Миша, аккуратно. Здесь Влад, конечно. Так, Бескун, он Кэнни поганый. Я из-за него проиграл в пятницу, он сказал, чтобы я проиграл, поэтому он начинает. Так, ну а здесь Влад, Влад, только вначале. Я пускай как он падает. Все, пошли бросок через плечо. Давай, сейчас очки выйду. Пошли работать. Через спину или через плечо? Через спину с колен. Вот, посмотрите. Кому не ясно, вот, видите человек, оп, он делает, правда, движение чуть-чуть в сторону,
Ему хорошо делает, хорошо. Я в жизни через первый пистолет сделал. А ты не успеешь? Да. Поменяемся? Нет, первый номер. Сейчас колени что-то. Я прошу, 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 я пр